некуда девать. Под Сыктывкаром в селе Ыб открылась первая школа рисования нефтью. Ученики используют черное золото вместо гуаши. Уникальной технике обучает художник из Петербурга Виталий Касаткин. Нефтью можно рисовать при любой погоде. Черная жидкость обладает множеством оттенков. Но необычная краска должна быть определенной вязкости. Первую работу «Мозаику» представят в Музее искусства нефти.